Не знаю, как захочется, как настроение появится спать, так и пойду сразу. Yes! Yes! Даниэль. Алена! Ну ты как красиво, Женечек, да? Да, согласна. Я принцесса. Thank you, эксклюзив. Курящая принцесса. Смотри, у меня загар. В жизни life live, no. А камера yes. Тебя это видно. Ну, прям на камере жестко. Да, на камере прям лучше. Yeah! Hello, Алена, говорят, Даниэль. Ага. А? А, в центре. Тётя сегодня красивая. Конечно, в смысле сегодня. Всегда ты хотел сказать. Я хочу кушать. Нет, я шурму, я кружку. Сделаю. Чего, Рина? Угу. Короче, я заебалась. Я тебя, короче, это обманула. Что? Этот сериал, как мне вообще рассказывается, что каждый сезон это разные это, повествования, разные сюжеты вообще, в принципе. Ну, именно по сказкам и про разные миры. Наебалово. Второй сезон, как минимум, это продолжение первого. Прям все это все проклятие снялось, но их не переместило обратно в их сказочный мир. И сейчас они пытаются выяснить, что, почему и как. Но это ведьма, короче, мразь. Когда-то давно мать свою в темницу кинула, в зеркальную. И сейчас она объявилась. И такая, ну, сучка. Про сериал. Кольцо, которое я сегодня нашла в нос. Какое-то полное. Что? Выглядит как бородавка. Желтое. А что только такое, больше никаких нет? Вообще нигде. На ходку приедем, купим, блядь, закупим побольше. У тебя, по-моему, даже дома Роберта, где-то hello. Есть много их. Хрен знает. Да, полюбаться, помню, видео. О, спасибо. Так, one minute. Вы должны были использовать Trip Advisor. No. No. Trip Advisor. Короче, thanks. Guys, thanks. No, Даниэль. Первый раз слышу. Трип, Эдвисор. Я сказала Самуэль? Или Даниэль? Я сказала Самуэль? Роберто, thank you. Оу. Oh. Надо будет скачать. Сори. Thank you. Роберто, thank you. Даниэль, это само. Я не...
Thank you. Roberta, I follow you. Thank you. Sorry, Daniel. All day bigger. Голова уже просто... Bye. No! Thank you, Robert. Thank you. Ту-ту-ту-рум. Спасибо. Роберта, спасибо. Thanks. Спасибо, очки. Okay, thank you. Good shower. Good shower. Я с тобой мысленно. Привет. Hello. Thank you. Stop! Thank you, Daniel. Thank you. Я кину Самуэля в бан. Самуэль, бан. Спасибо, Роберта. Hello. Гайс, я загорела. Уху. Чарльз. Роси. Так. Спасибо. Роберта, where are you from? Спасибо. Какой? Thank you. Спасибо. Thanks. Италия. Найс. Милан. Давай, кидай, я не против. Роберта, I'm messaging you 1 minute. Так, может, прогуляемся вместе?
Спасибо. Спасибо. Роберта, you time night или day? Sorry, my English very, very bad. Thank you. What is time? You. Роберта. Привет, привет. Я даже все проверила вот так вот. Rejoy. Hello. Пила? Трафлюшку типа. Да? Thank you. My friend. Hello. Thank you. Hello, мистер. Thank you. Thanks. Спасибо, Майк. Oh, guys. Thank you. Спасибо, Майк. Роберта, вау. Ты не сражался. Потому что ты неадекват. Как все. Зато я жив. И я здесь с тобой. И Бен. Это не жизнь. Не та жизнь. Thank you. Как понять, бегаю? Я просто разговариваю, общаюсь. Если бы ты писал человеческим языком, то я бы с тобой общалась. А так как ты разговариваешь на языке извращенцев, снимешь шортики и так далее, то почему я должна тебе отвечать? Thank you, guys. Thank you. Спасибо. Вау. Вау, thank you.
Санкс. Может, сначала объяснимся? Это пара заклинаний. Совершенно безобидных. Тогда скажи честно, как есть. Зачем тебе волшебство? Я говорил, магия — это власть. Зачем она тебе? Какие-то люди. Ответь. Ну, сделай, ладно. О-о-о. Я, наверное, больше знаю, что буду. А есть хлеб? Ну, хлеба. Я вот это чуть-чуть поклюю тогда. Вау. Thank you. I'm red. Я видел тебя в таверне. Стало быть, я произвел впечатление. Впрочем, что это я? Мы не знакомы, представлюсь. Окей, Ника. Можешь включить следующую трансляцию просто и смотреть другую девушку, если тебе чем-то не нравится. Если ты хотел, чтобы тебе девушка просто так сняла шортики, то я думаю, что тебе вообще не тут надо сидеть. А у меня есть экипаж, лишенный женской ласки. Понимаешь? I'm fine. And you? Я считаю себя человеком чести и твердых принципов, так что хочешь, чтобы вернулась жена? Да будь ее в бою. Драться, как я вижу, тебе не доводилось. Ничего мудреного. Тычешь острием в противника. Давай. Поднимай. Спасибо. Вау! Стоп! Thank you! Спасибо! I'm red, guys! Thanks. Так хочу с вами пообщаться нормально, но понимать мужиков нужно опыт. Но ты оказался без... А потом... Понимать мужиков нужно опыт. Но ты отказался без опыта, а я был не в курсе, я знаю. Чтобы понимать мужиков, мне, например, надо общаться с русскими. То тогда я буду хорошо понимать. Что ты хотел, какой реакции, когда ты заходишь к девушке и такой, сними шортики. Как будет реакция девушки? Адекватная? Она такая, окей, я сниму шорты, или скажет тебе, давай пока. Что ты ожидаешь? Загар. Найс. У-ху. Дела хорошо. В порядке. Хорошо, спасибо. Хеллоу. Какая губка? Вот из губка. Жужа. Ну-ка, объяснись. Я сам виноват, что заключил с вами дураковую сделку. И с тех пор жил одной надеждой, что вы ее пощадили. Да. Даже написала такое объявление. Вау! Наверняка вы тут же выбросили его. Thank you! Роберта, стоп! Нет, Сань. Thank you! My friend. Вы чудовище в Омбежке, Special for you.
Роберта. Ты есть этот темный маг. Воплоти, если это платье, ты долго добивался этой встречи. И очень надеюсь, что я не потрачу свое. Спасибо. Волшебного. Чтобы я не сидел здесь, как раз это. Спасибо.